Здравствуйте, дорогие друзья. И у нас уже наступила теплая пора. Мы начинаем с вами посадку наших томатов. Делаем углубление. 40 сантиметров у нас томаты друг от друга. Вот такая у них уже корневая масса, они длинненькие. Мы их специально несколько дней, вот все выходные не поливали, чтобы можно было легко доставать наши томатики. Видите, красивые у нас вот такие вот корешочки. Кто-то у нас делает углубление, кто-то у нас поливает. Вот такая у нас еще рассада здесь ждет. Это у нас перцы. И также томатики. Они подросли. Мы их будем специально по семидольные листики сажать, чтобы здесь у нас наросла корневая масса. Также вот такая вот у нас уже тепличка. Уже мы все убрали. Здесь мы тоже все убрали. Делаем углубление поглубже. Вот такой у нас результат получается. Все окна мы пооткрывали, так как очень жарко здесь и душно. Работа идет полным ходом. Разделяем наши томаты, где у нас густо повсходили. Также их достаем. Это у нас работает 7-й класс. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!